Студенческий конкурс рабочих профессий «Труд Крут» прошел в Омской области с 26 по 28 октября. Соревновались бойцы в специальностях официант-бармен, рыбообработчик, проводник пассажирского вагона, вожатый, плотник-бетонщик, штукатур-маляр. Три дня участники показывали свои профессиональные компетенции на практике, а также демонстрировали знания по организации рабочего процесса, охране труда и технике безопасности на производстве. В профессиональных состязаниях приняли участие студенты из Омской, Иркутской, Красноярской, Томской областей и Республики Алтай. Мы приехали на конкурс, получается, профмастерства «Труд Крут». И вот наша задача сейчас построить опалубку, то есть сделать отмостку, залить бетоном, сначала отвяжем арматуру, сетку. Сейчас свяжем сетку и будем уже мешать раствор заливать. У вас уже был опыт таких работ? У нас был, когда мы ездили на Целину, получается, летом. В прошлом году мы ездили на ЛАЭС, и там вот мы как раз вязали арматуру и заливали тоже отмостки. В Омске, да, приехали первый раз. В принципе, Алтайский край первый раз участвует в таком мероприятии. Приехали посмотреть, как это, может быть, позаимствовать. Мне просто это нравится. Нравится работать с бетоном, заливать и прочее. Твоя профессия как-то будет связана с этим? Не, моя профессия не будет связана с этим, но просто я люблю это делать. На даче тоже отцу помогать и прочее. Мы участвуем в конкурсе «Труд Крут». Выравниваем стенку для дальнейшей покраски. Мы приехали из Иркутска. Вот. Что еще вас интересует? «Труд Крут». «Крут». Организаторами конкурса выступили Омский государственный университет, Росмолодежь, региональное отделение «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области.